Работы по Нахчеванскому и Лачинскому коридорам ведутся параллельно. Об этом заявил журналистам министр национальной обороны России Хулюси Акар, рассказывая о задачах турецких миротворцев. Москва утверждает, что если турецкие военные окажутся в той части Карабаха, где остались армяне, то могут возникнуть проблемы. «Мы обсудим этот вопрос с Баку», — сказал Акар. Говоря о Нахчеванском и Лачинском коридорах, министр отметил, что в связи с этим ведутся переговоры между Азербайджаном, Россией и Арменией. «Вопрос будет решен в ближайшие дни», — подчеркнул Акар.